Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Пришла посылочка из Австрии через Финляндию. Это так. Вот такая вот упаковочка. На почте я уже открыл. Посмотрел. Это тактический, это даже это комплект тактического ремня Кобра. Он состоит из двух частей. Это у нас внутренняя часть. Это наружная. Но ее можно носить и без этого. С этим носит это, когда на ремень вешается дополнительное оборудование. И потом он просто сверху на липучку крепится. Сейчас посмотрим. Так, сейчас. Значки возьму. Чтобы не портить свой фенди-персовый ножичек. Так, ну смотрим сблизи. Это, кстати, последняя модель. А вот с такой вот, с таким вот креплением под моли. О, лягушечка. Так, ну вот такая липучка. Она немножко отличается, чем от обычной липучки. Здесь структура немножко другая. Крепляется. Так, и внутренняя часть ремня. Тоже эмблема лягушечки. Thank you.
Он такой более мягенький. Ну вот, все. А, во сколько мне обошелся? Вот обошелся мне. Вот здесь вот в долларах. А, я его в евро покупал. О, конец съемки, мне тут звонят.